Наступил самый сказочный и волшебный месяц в году. Пришло время доставать из подвала елку и зажигать на ней огни. Обычно я начинаю наряжать елку с классических красных шаров. Это основа убранства. Перебирание елочных игрушек, флажков, открыток – очень уютное занятие. Каждый год я стараюсь добавлять на елку новые игрушки, и в этот раз выбор пал на чудесных балерин.
В эту сказочную пору люблю выпекать пряную сдобу на теплой кухне. В этом году пробую рецепт сдобной булочки в виде снежинки. Замешиваю дрожжевое тесто. Это совершенно несложно, но нужно часа 2-3, чтобы тесто подошло. Тесто очень простое, и начинка похожа на слойки из детства, которые делала бабушка. Внутри них сливочное масло, сахар и корица. Необычная здесь сборка. На слоях из теста нужно сделать 16 разрезов и попарно их скрутить. Так получается снежинка.
Снежная булочка особо хороша с горячим какао. Волшебных вам выходных! До скорых встреч! С вами была Алетта!